Привет! Ты на канале Magic Family, я Аня, и да, ребят, вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, это все кошачьи игрушки, которые вы нам присылали для моего котенка Кисы Алисы, и сегодня у нас будет кота-челлендж. Алиса будет тестировать кошачьи игрушки, так что подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а мы начинаем. И да, ребят, сегодня с нами снова не будет, к сожалению, моей собаки Софи, она до сих пор болеет, уже 2 недели, мы колем уколы и постоянно лечимся, спасибо вам большое за поддержку. А ее состояние держу вас в курсе на своей странице ВК, в Инстаграме, так что подписывайтесь, и там еще всегда бывают прикольные сторисы и классные фоточки. А так, я думаю, что Софише сегодня бы очень с нами понравилось. Итак, вот столько самых разных игрушек подарили Кисе Алисе. Рай для котенка уже начался, и Алиса с Юми уже начали тест. Ставьте лайк, ребята, если вы хотите, чтобы Киса Алиса протестировала все игрушки. И тогда, когда все команды игрушек пройдут наш тест, мы возьмем по одной игрушке победителю из каждой и проведем между ними кота-челлендж и посмотрим, что выберет Алиса. И если вам очень понравится, мы с собаками снимем такой же тест их игрушек, так что набираем лайки. Обязательно пишите в комментариях, какая, по-вашему, игрушка победила и больше всех заинтересовала Алису. Понятно. У нас тут есть команда умных игрушек. Например, вот такой вот шарик, куда кладутся лакомства, и потом котенок или собака им играют. Также вот такая вот мышка, куда тоже кладутся лакомства, неваляшка. А еще вот такая вот большая штука, плащевка, а под ней игрушка-робот. Она на батарейках, и я так понимаю, работает она так. Закрывается здесь все, и остается вот такая вот красненькая штучка, которая шевелится и крутится по кругу. Следующая команда игрушек, и это вот такие вот игрушки-шуршалки. Вот это вот типа такой носочек, который даже можно куда-нибудь повесить. Ой, он вот такой вот прям шуршащий, как пакет. Алиса уже начала играть. В общем, еще вот такие вот мышечки с шуршащими хвостиками. Юмичу явно нравится. Все, понесла к себе. Также у нас есть тут команда указочек. Да, Алиска? Команда вот таких вот простых игрушечек для кошек. Да, Мишаня, пришла посмотреть? Да, Юмичу, посмотрите на это. Команда вот таких вот разных мышек. Есть вот такая вот мышка, которая катается в клетке. Вот такие вот простые мышатки, 4 штуки. Еще вот такой вот мышонок из веревочек. Есть вот такая вот большая мышь, пушистая, с вот таким вот звуком. Также есть вот такая вот мягкая мышка с длинным-длинным хвостиком. Она немножко из другого материала. Киса Алиса не знает, за что схватиться, потому что уже очень много всяких разных игрушек. Также у нас есть отдельная команда. Это вот такой вот шарик, который крепится к чему-нибудь. И им можно очень весело, по-моему, играть. Посмотрите на Юми и Алису. Команда вот таких вот игрушечек, которые издают самые разные звуки. Я думаю, Алиске должно это понравиться. Давайте вот этих вот мы тоже отнесем в эту команду. Так, понятно. И еще одна команда, это команда вот таких вот мышей, но я думаю, их можно даже отнести к этим мечам. А начнем мы наш супер челлендж с вот таких вот 8 палочек на веревочках и с игрушками, которые не повторяются. Боксерская груша твоя. Гонг, и мы начинаем наш кота-челлендж. Так, кто будет прыгать за мышкой? Эй, Алиска, давай! Юмичу сейчас будет ей мешать, потому что будет все время тоже хотеть играть. Алиска? Алис, тебе нравится простая мышка? Вот такая мышка! Конечно же, Алисе нравится. Следующий наш участник – это удочка. Она очень длинная, реально можно очень далеко играть. И она напоминает птичку, мне кажется, Алисе. Потому что из-за того, что она не на веревочке, она как бы все время в воздухе. И постоянно так покачивается, как на пружинке. Да, где она? Вот она! Вот она! Вот она! Ускоряемся, Алис! Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. По-моему, птичка на удочке Алису заинтересовала пока больше, чем простая мышка. И плюс этой игрушки лично для меня в том, что можно просто болтать ей во все стороны, и она не запутывается, в отличие там от веревочек и резиночек. В игру входит паучок! Она так хватается сильно за паучка, так его удерживает, что его невозможно просто выдрать у нее из лап. Так.
очень сильно она его как-то зацепляет, видимо, за вот эти вот пушистые лапки и не дает вытянуть. Паучок Алиске тоже нравится, но нравится он ей больше, чем птичка и мышка, или нет? Юми опять ее отвлекает, и Алиса уже не обращает внимания на прыгающего паучка. Так, по-моему, паучок понравился не только Алисе, но еще и Юмичу. Юми, не сгрызи его! В игру вступает сердечко с перышком, которое уже зацепилось за Юмины зубы. По-моему, Алиске очень... Юми, отдай! По-моему, Алиске очень нравятся всякие перышки. Вообще, я заметила, она обращает внимание на них. Но сейчас... Так... Все, Алиса схватила это сердечко в пасть, и получается, что она его так сильно запуталась. Алиске с Юми, мне кажется, очень нравится грызть вот это перышко, именно обсасывать его на этом сердечке. Сейчас я подниму сердечко на большую высоту. Кисявка, давай! Эй, давай! Сальто, давай! Алиса, давай! На что ты падаешь-то? Давай, Алиса, сальто! Сальто! Сальто, давай! В итоге все наши 8 претендентов будут подвешены вот сюда, и мы посмотрим, кого в конце выберет Алиса. Натуральная мышка! Давайте назовем ее, не знаю, Сена, что как-нибудь так. Алиске она тоже нравится. Эта мышка не на резинке, а на веревочке. И ею проще управлять, потому что ее проще отбирать у Алисы. Потому что когда она хватает игрушку на резинке, резинка растягивается, и вообще невозможно у нее ее отобрать. Во, давай по кругу покрутим ее. По кругу, по кругу. Алис, давай прыгай. Прыгай высоко. Алиска. Алиска заинтересовалась горой других игрушек. Отвлекаем все-таки. Вот это было мощно. Все-таки она ей нравится. Юмичу веничек точно нравится. Итак, наш следующий претендент. Большая пушишка. Ой. Алиса наблюдает больше за резинкой, чем за пушишкой. Постепенно пушишка поднимается в воздух и улетает от Алисы. Запутывается. Она тяжеловата, потому что сама игрушка тяжелая. И вот она немного запутывается, и она тоже на резинке. Она запутывается и хватает другие игрушки. Давай туда-сюда. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Как словить? Как словить этого монстрика оранжевого, а? Еще один претендент на победу, непонятный жучок леопардовый. На вот такой вот черной палочке с пушишкой, палочкой, перышком можно тоже играть. Эй! Эй, обратите на меня внимание! Эта штучка, кстати, не на резинке, а на веревочке, а сама палочка очень хорошо гнется. Вот это похоже на удочку, и это очень удобный вариант для игры. Некоторыми игрушками заинтересовывается и Юмичу, она тоже ими играет, как и Алиса, то есть она прям их хватает и начинает их грызть. Посмотрите, она вся в оранжевом пуху от той игрушки. Где? Юмичу, лови игрушку, давай вместе с Алисой. Юми, давай, лови, лови, лови. Давай вместе с Алисой попробуй ее схватить. Молодец, Юми. Здесь у нас уже 7 вот таких вот пушек, которыми Алиса будет играть. Сейчас добавится еще 3. Здесь у нас вот такие вот мышка и рыбка, они уже подубились. Это были первые Алисины 2 игрушки до того, как нам прислали такое количество палочек. Что за суета там? И я знаю, что Алиса ими очень любит играть, они ей нравятся, потому что они такие звенящие, и у них тоже есть всякие... Эйвен с Юми там за что-то подцапались. И последний у нас Пушок! Пушок! О, как Пушок заинтересовал Алису! И мне кажется, Алиска любит всякие вот такие вот мягкие штучки, мягкие шарики, перышки. Давай, Алиса! Алиса, давай! Эйвен решил выйти наконец-то. Он тоже на резинке, и когда Алиска его ловит, его очень тяжело у нее забрать. Наконец-то вы увидите, как Юми играет не только с Алисой, но еще и с Эйвеном, потому что на самом деле Эйвен не такой ленивый жоп, и он не все время лежит в лежанке, он очень любит играть с Юмичу, беситься с ней. Итак, ребят, сумасшедшее счастье для кисы Алисы наступило. 10 игрушек привязанных. Мне кажется, Алиса сейчас просто все-напросто здесь запутает. Мне кажется, она не может определиться. Она очень обращает внимание на вот это вот сердечко, на вот этих вот мышку и рыбку ее старых. И пока игнорирует пушок, паучка и вот эту простую мышку, а также нашу удочку и вот эти вот 2. Так, Алиса заинтересовалась
рыжей игрушкой. Все, вдруг она обратила внимание на мышку. Алиса все-таки играет с этой удочкой. Ей нравится, что она так качается постоянно, от нее улетает. Ну что, ребят, давайте решим, какая же игрушка больше всех, по-вашему, заинтересовала Алису из этих 10 игрушек? Голосуйте в вопросе, пишите комментарии, ставьте лайк и скоро увидимся в новых роликах. Пока!